Здесь девушки сортируют рыбу. Это тилапия, которая вот они сортируют, сушеная рыба. Конечно, запах такой стоит, что прямо аж слюна течет во рту. В таких прямо вообще очень классно, очень классно, очень классно. Очень классно. И вот они вот это все так вот сортируют. И потом это все выходит на рыбный рынок, где продаются всякие классные вещи. Но, если честно, я всегда боюсь покупать что-то из-за целей безопасности своего здоровья и желудка. Но это очень круто.